сегодняшнего дня я курсант Сахалинского морского колледжа. В Сахалинском морском колледже 25 октября прошел важный, долгожданный и волнительный для всех первокурсников праздник – посвящение в курсанты. Всегда и во всем быть достойным старших товарищей, знатных рыбаков Дальнего Востока, быть достойным продолжателем великих русских мореплавателей, первооткрывателей земель русских, беречь славные традиции, не ронять честь и достоинство российских моряков. Клянемся, клянемся, клянемся! Это мероприятие является, пожалуй, не только самой яркой и многолетней традицией учебного заведения, но и одним из самых запоминающихся моментов для студентов. В этом году в учебное заведение поступило 63 курсанта, как с Сахалинской области, так и с Дальнего Востока, на основные профессии. В основном это специальности, все наши 4 специальности, они все востребованы, это рефы, механики, судоводители. Программы обучения у нас все, конечно же, каждый год корректируются, выходят какие-то новые федеральные государственные образовательные стандарты, новые требования предъявляют к выпускникам учебных заведений, в том числе и к нашим. То есть каждый год мы усовершенствуем свою программу, каждый год вводим что-то новое в каждой специальности. И таким образом наши курсанты всегда на выходе имеют актуальные знания. Пожелать им удачи пришли не только педагогический коллектив Сахмур-колледжа, но и друзья, родные и близкие. Очень нравится, да. Мы думали, конечно, что ему будет очень первый месяц тяжело. Но вы знаете, так влился хорошо и прекрасно, и отзывы всегда рассказывает только хорошие. С приветствием и напутственными словами перед курсантами выступил мэр Невельского городского округа Алексей Шабельник. И по старой традиции, конечно, не менее 7 футов под килем, держать правильный курс и не садиться на мель. К напутствиям и поздравлениям присоединился отец одного из первокурсников, в прошлом командир боевого вертолета Сергей Лагунов. И желаю вам, чтобы мечта ваша о море была. Для этого вам нужно хорошо учиться. Ну, естественно, хорошей дисциплины и слушать своих преподавателей. Получив в торжественной обстановке курсантский билет, еще вчерашние старшеклассники сегодня стали студентами. У каждого из них с будущей профессией связаны надежды и мечты. А пока будущие моряки получили новую форму, осваиваются с распорядками дня и обретают новых друзей. Выбрал Сахалинский морской колледж, потому что, во-первых, все мои родственники практически работают в мореплавателях. И у меня издавна была мечта, как бы связана, чтобы моя профессия была бы связана с морем. В-третьих, моя профессия, она достаточно финансово оплачиваема, и меня возьмут в любое место. Поэтому я решил поступить на эту, собственно, профессию. Торжественное мероприятие продолжилось праздничным концертом, подготовленным для присутствующих творческими коллективами Невельского района. Валерия Телешкан, Александр Стрельников, Невельские новости.